Вот так выглядят наши аборигенные собаки. Работают на хозяйстве, чабанят. Днем спят, ночью охраняют. Такие. Недавно повязали их. Сегодня я их обратно привез. Чую, хотят опять со мной. Ну, извините, ваш дом здесь. Орлан у нас вывезен с Южно-Казахстанской области. Жалун, отец у него тоже с Южно-Казахстанской области. Казахский волкодав по кличке Джолбарс. Работал тоже на хозяйстве с волками. Мать, дочка аборигенного кобеля с Барсакельмеса в Кызылординской области, Куджола. Такая собачка. Ёжик где-то там. Такие у нас собаки.